Вулкан, ты пытаешься исправить свою ошибку? Ты открыл врата, но лишь бессмертные могут уничтожить теневую заразу. Ты же слаб. Ты не один из нас. Ты умрешь, как и все. В моих венах течет магма, и она покроет землю, очистит ее для новой жизни. Попробуй новый многопользовательский режим рейды. Перейди на карту подземелья, чтобы сразиться с другими игроками против мощных боссов. Как же давно я не играл в рейды, ребят. К сожалению, данное устройство не поддерживается. В смысле? Это что за что за прикол? В смысле не? Обалдеть. Ну это, честно говоря, интересно. У меня здесь типа, это же как бы эмулятор. У меня здесь стоит какой-то Google Pixel, по-моему, или типа того. Ну я попробую поменять, в принципе, здесь есть такая возможность. Но это странно. Окей, ладно, мы, по крайней мере, первое какое-то знакомство у нас было шапошное с вулканом. С кем мы теперь будем сражаться? Давайте сразимся в турнире, друзья мои. Не нашел я. Как так не нашел, братан? Там все ссылки есть в описании. Все. Все ссылки, абсолютно все. Безумец. Тень против безумца. Погнали. Итак. На чем он сегодня не включил? Так, прикольно. Ну что, так, работа, да, все, геймпад работает отлично. First strike. Может быть, безумец скажет свое слово. А может мы? Не, ну что-то как-то слишком много ударов. Ну типа там оружием, руками, вот этим всем. Нужно больше ног, нужно больше ног. У нас всего две ноги, но можно их ускорить. Так, ой, хороший. Чисто ножками, агрессор, ребят, я агрессор, ой, какой хороший, просто свертуханчика, агрессивные мы, свертуханчика, максимально просто. Так, а как вертуханчик, я хочу вертуханчик, можно вертуханчик, вертуханчик, можно вертуханчик, вертуханчик, пожалуйста, я хочу чисто ножками, давайте чисто ножками раунд пройдемся, я надеюсь получится, я что-то такие челленджи раньше не выполнял, по-моему. Не, выполняй, я вспомню, но это были игровые именно, в игре сами челленджи. Так. Так, ну давай. Ну что, ножками-то хорошо мы работаем. Ой, как. Ну просто град ударов. Град ударов. Чистые руки. Прекрасно. Чистые руки. Прекрасно. Ну что? Окей. Ну, мы берем 246. Это, конечно, не густо. Попробуйте использовать другое оружие. Это может улучшить ваши результаты. Я знаю еще один способ заработать монет. В боях на выживание противники нападают на тебя один за другим. Попробуй. Больше противников победишь, больше приз. Ты пытаешься исправить свою ошибку. Ты открыл врата, но лишь бессмертные могут уничтожить теневую заразу. Ты же слаб. Ты умрешь. Слушайте, ну как бы я не против, но как бы да, вот есть такой моментик. Ну что, нас как-то все выживание хотят поместить. Ну, в целом, да, наверное, это неплохой вариант. Нам все-таки нужно оружие. Нам все-таки нужно оружие. Максим, ты еще не подписан на мой канал? Это реально интересно. Подписывайся на мой канал, это реально интересно. Там у нас много Shadow Fight 2. Очень много. Ну что, мы можем, по крайней мере, улучшить наши саи, чтобы все отсосали. Ну, нормальное слово, хорошее. Ничего здесь такого. Я просто, я бы, может быть, много еще других слов сказал, но есть как бы определенные рамки правила. Вот это все как бы ограничивает. Это же нормальное слово, да? Хорошее слово, по-моему. Так, ну ладно, легкий шлем. Метательное оружие пока что не достигнуто нами. Окей, тогда давайте улучшим, по крайней мере, наши саи, чтобы все... О, еще 2 минуты ждать? Что за прикол? Ох, да, смешно. Не, ну это правда смешно, типа надо еще 2 минуты подождать, чтобы там что-то... Блин, ну это просто смех. Как-то ты покупаешь устаревшую экипировку? Не забывай, что можешь улучшить ее до... своего текущего уровня у местного кузнеца. Ну что, спасибо, малышка моя. Блин, можно вот... То есть можно было вот эту хрень купить, да? Или вот...
ну это не купить. Окей, короче, да, нужно время, чтобы это все у нас заковалось. О, отличное слово придумал, заковалось. Кобра, 45% шанс, что первый удар в бою, нанесенный в течение 3 секунд, с ними доводит 10% урона соперника чайным. Слушайте, ну давай кобра. А, у нас уже это изучено. А что у нас здесь? О, кайф. Кайф, кайф. Кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. На самом деле 72 монеты, конечно же, довольно мало. Так, выживание. Выживание. Ну давайте, ну да, да, нет. Да, давайте выживание попробуем реально. То есть как бы здесь есть какие-то варианты, что-то подзаработать. Давайте как бы на заработки мы отправляемся. Мы эти самые... Нет, как те, кто на заработки отправляют, всяких называют. В комментариях. Ну что, погнали. Ставим немножко тоже поработаем. Ниндзяго. Я на самом деле не думаю, что мы прям много завалим ниндз. Я думаю, ну, 4. 4 ниндзи нормально? Или нет? Короче, посмотрим, насколько нас хватит. Хотя первого завалить. Он как-то тоже, я смотрю, неплохо. Так. Ту-ру-ру! Так. Critical. Ну что? Немножечко еще ножкой. Не знаю, люблю я ножкой поработать. Вот прям мое. День ног не пропускай. Ох. Ну попасть. Есть! Прекрасно. Кайф. Ну что, здоровья у нас на самом деле так много, но надеюсь, нам немножко его бустанут. Ну, надеюсь. Неплохое начало. Но не то чтобы сильно мы его здесь поразили. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Ногу попал. Негодяй. Негодник. Ну, красиво, красиво, красиво. Неплохо. Assassin's Creed. Я не... Да, да, играл. Assassin's Creed я играл. Было дело. Было дело. Файт. Друзья мои, естественно, файт. Файт. First strike, head hit. О, дроп кик. Дроп кик. Так. Не, ну ниндзя этот неплох. Ножкой. Давай. Тоже хотел дропкиком. Ладно, но вот эти сайды, на самом деле, я думаю, все-таки мощнее будут, чем ножки. Поэтому давайте. Оу. Что-то на самом деле я не уверен на 4 уже. Мы что-то с этим как бы тяжело сейчас справляемся максимально. Ой-ой, слушайте, сейчас... братан, как бы давай полегче. Нам бы хоть бы второго завалить. Да твою ж мышь, ну серьезно, ну короче, один. Вы можете переиграть текущий раунд. До окончания предложения осталось... Так, ну все-таки мы продолжаем. Третий раунд. Файт. Ой, хорошо, хорошечно, хорошо. Ой, как шашлык насаживаем. Люблю такое. Ой-ой-ой, ребята. Может быть, перфект? Но, не получилось. Но все-таки это был очень хороший раунд. Реально кайфовый. Реально кайфовый, ребят. Лайк. Лайк ставим. Да. Давайте наберем хотя бы 30 лайков под этим роликом, ребят. 30 лайков. 30 лайков. Это же реально? Ну, абсолютно реально, я надеюсь. 30 лайков. И тогда выходит новый ролик по Shadow Fight 2. Ребята, камон, ставим лайки. Подписываемся на канал. Так, ну что, ниндзя. Наш любимый ниндзя. Как же много я нажимаю на эту кнопочку, но что поделать. Я, кстати, когда играл на сенсорных экранах, дисплеях, то, в принципе, тоже, я думаю, немало тыкал в экран. Не втыкал именно, а тыкал, друзья мои. О, перфект! Оу, я. По-моему, это первый раунд, почему? Так, классно провели. Ну, по крайней мере, в этом режиме. Файт. First strike есть, естественно, за нами. Second strike. Ну, third, но я не уверен, я. Как он нас, как сильно-то нам сейчас как вдарил. Вот это колотушка. У него колотушка, конечно, серьезно. Че по призам? Ну, 208, не густо. Совсем не густо, друзья мои. Да.
Да что тут даже читать, как бы нет смысла, потому что, ну, не пускают нас, не пускают нас. Ладно, я попробую, конечно, с этим разобраться. Возможно, даже это получится. Не факт, конечно. Давайте зайдем в наш... О, похоже, самое время подумать о проведении нового доспеха. Покажи. Что-то у нас как бы не хватает. Не хватает, конечно, да. Сай, ну, Сай мы, видимо, как-то улучшили. Так, у нас никак не так. Во, легкий шлем, ну нормально. Легкий шлем, прекрасно, что 95, вообще кайф, вообще кайф. Ждем нормально абсолютно. Так, на самом деле, я бы, конечно, хотел другое оружие. Ну ладно, и это тоже, в принципе, кайфовое, надеюсь. Так, ну все, ребят, я думаю, мы можем дальше уже продолжать. Нормально, что у нас здесь? Ну, пока здесь невозможно. Поэтому продолжаем турнир проходить. Барха, друзья мои. Мы встречаем здесь Барха. Это как ИСИ. Серьезное у нее выражение лица. Ну что, поехали. Бархат. Ой, ё. Ой, четырехкратный комбо. Рели. Хэт-хит. Ты что за существо? Я тебя сейчас вот здесь точно отчпокаю так, что больше ни с кем не захочешь чпокаться. Смотри, трехкратная комбо. Критикал, друзья мои. Немножечко. Гуд! Трехкратная комбо. Найс, найс. Раунд 2. Файт. First strike, of course. I need more strike. A hit. Бархат, ладно, critical. Куда же без этого? Немножко, ножка, чуть-чуть буквально так. Сбить с толку. И давай, насаживай, как шашлык на шампур. Давай. Ну, это меня сейчас так нагнули немножечко. Бывает. Так, попинаем, полоскаем, потом и спать уложим. Oh, nice. Друзья, ну что, отличный раунд получился. И, кстати говоря, мы здесь заработали несколько побольше все-таки монеток. Это не может нас не радовать. Используйте метательное оружие, маги, повышайте, естественно, ваши шансы. Короче, да, вулкан, привет, ты вот просто достал. Вулкан достал, да. Я не могу, вот не могу я. Что поделать теперь уж нам тут. Вот, ну что, ребят, заходим. Ребят, 30 лайков, ребят, 30 лайков. Ставим лайки, пишем комментарии. И, в общем, будет новый ролик по Shadow Fight 2. Так, что нам? Сай, давайте нам Сай. Ну да, давай, окей. Ждем, естественно. Что у нас здесь? Роботам. Ну, кстати, а зачем нам улучшать? Мы можем просто старую куртку купить. Она даже... Короче, она выгоднее нам будет. А хрен ли ты сюда не переводишь? Да, нормально. Собственно, легкий шлем также мы можем улучшить, кстати говоря, вполне себе. Ну-ка, это интересный вариант. Я думаю, да, вполне себе. Так, 34. Блин, ну что такое? 34, 28. Так. Окей. Не, ну нормально, я думаю, нормально. Короче, да, давайте мы тоже его улучшим. У нас, в принципе, есть... Уже нету ресурсов. Но в любом случае, ребят, я считаю, получилось довольно-таки неплохо. Ого, что... Это что, проходняк? Кирилл Руслан. Привет, Кирилл Руслан. В общем, ребят, спасибо, кто пришел к нам. Огромное спасибо. Не забывайте, ребят, ставить лайки, подписывайтесь на канал, друзьям, раскрывайте колокольчик, нажимайте, пишите, ребят, свое мнение в комментариях.